Добрый день, друзья! Рада приветствовать всех на своем канале. Тема сегодняшнего занятия – это частичное вязание, или другими словами, недовязанные ряды. Этот способ я использую при вязании шапок бини. Например, вот эту шапку я связала укороченными рядами. Как я это делаю, я сейчас вам объясню. Мой способ – это всего лишь рекомендации по вязанию, которые не обязательно брать за основу. Прежде чем начать, я хочу пожелать всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях. Оставайтесь на канале. Принцип выполнения укороченных рядов я покажу на примере платочной вязки. Вот я связала несколько рядов платочной вязкой. В конце лицевого ряда мне нужно оставить недовязанными несколько петель. Например, вот столько. Назовем эту часть вязания клин. Ну, например, назовем клин. Первую петлю этого клина, вот эта петля, мне нужно снять непровязанной нить перед работой. Вот нить завожу перед работой и снимаю эту петлю. Теперь я нить завожу за работу, и эту петлю я возвращаю назад на левую спицу. Ниточка как бы обвивает петлю. Поворачиваю вязание наизнанку и продолжаю вязать изнаночный ряд до конца. Затем нужно провязать необходимое количество недовязанных рядов и затем все петли ввести в работу в заключительном ряду. Делаю это таким вот образом. Поскольку это платочная вязка, я все петли вяжу лицевыми и ввожу в работу недовязанные петли. Смотрите, в том месте, где у меня был недовязанный ряд, у меня нету никаких дырочек, все четко и красиво. На этом у меня все, друзья. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, предлагайте интересные темы. Всем удачи и вдохновения. Жду вас на своем канале.